Вредная разблокировка. Сотням пенсионеров приходится простаивать в огромных очередях, чтобы разблокировать свою льготную транспортную карту. Сюда вот такая очередь, вот там конец. За что так-то? А где коронавирус? Где у нас эта дистанция? Заблокировали быстренько карты моментально, а разблокировать мы должны вот так, это издевательство называется. Почему нельзя автоматически разблокировать карту? Зачем людей собирать так? Почему заблокировать одно мгновение, а разблокировать одно мучение? Об этом и не только в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.